Городская больница прекратила прием пациентов, кроме больных ОРВИ, ОРЗ и пневмонии. Здесь по приказу областного управления здравоохранения открыт провизорный стационар на 250 коек. Теперь сюда поступают пациенты с признаками ОРВИ и пневмонии, но еще с неподтвержденным COVID-19. Весь штат врачей городской больницы остался работать в провизорном стационаре. Кроме того, дополнительно взяты на работу сотрудники из поликлиник города. Также будет организован колл-центр провизорного стационара. Пока по всем вопросам можно писать на телефон управления здравоохранения WhatsApp. Его номер 837-375-44-77. Всех экстренных больных принимать будет областная многопрофильная больница. Туда же переведен и травмпункт. Управление здравоохранения просит костанайцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике. Вы должны понимать, что врачи сейчас работают в усиленном режиме с большими нагрузками, но каждый из нас может помочь хотя бы соблюдением необходимых санитарных правил. Оставайтесь дома, прекратите подпольные встречи с друзьями, родственниками. Уделите внимание своим домашним, близким, родным, с тем, с кем вы живете. Ограничьте всяческие контакты на стороне.